Приветствую! Сегодня я отправлю вас в увлекательное путешествие по самым необычным домам в мире, которые поражают своей оригинальностью и экстравагантностью. Смотрим! Дом-пирог. Немногие дома по-настоящему уникальны, как этот дом, который был продан в США за 260 тысяч долларов. Он носит название «Дом-пирог» или «Тощий дом». Люди смеялись над размером этого строения, пока не побывали внутри него. Можно понять, почему им было смешно. Дом с одного конца всего метр в ширину, а с другого 6 метров в ширину. Думаете, это самый непрактичный и маленький дом в мире? Но внешность может быть обманчива. Возможно, именно поэтому сооружение было нетрудно продать. Его площадь 148 квадратных метров. Это довольно много, учитывая, насколько маленьким дом выглядит снаружи. В доме есть подвал, две спальни и невероятные 2,5 ванные комнаты, аккуратно спрятанные в интерьере. Жилище внутри действительно выглядит намного больше, чем снаружи. Самая узкая часть дома была ловко использована как ванная комната и кладовая, а более широкие зоны предназначены для гостиной и спальни. Жилое пространство также может похвастаться открытой планировкой, что позволяет максимально использовать пространство. Дом на скале. Вы устали от стучащих в дверь людей, которые пытаются продать вам подписку на журнал или пылесосы? Специально для вас у нас есть дом. Дом в Дрине. Это маленькая хижина, построенная на скале в реке Дрина. Здесь прекрасная природа, но есть одна загвоздка. Вы не сможете доехать до дома на машине. Все началось летом 1968 года, когда группа людей играла в реке и решила передохнуть на близлежащей скале. Это была не самая удобная скала со всеми ее острыми краями, поэтому ребята решили принести несколько деревянных досок, чтобы лежать на камне было удобнее. Деревянные доски превратились в целую конструкцию, и за год Мали Командик и его друзья построили маленькую хижину, в которой летом могли укрыться от солнечного света и дождя. Конечно, это было нелегко сделать, ребятам пришлось перевозить строительные материалы на лодке и на байдарке, а что-то большего размера нужно было сплавлять вниз по реке и вылавливать возле скалы. Этот всемирно известный дом Дрина не тот же самый дом, который построили ребята в конце 1960-х годов. Непредсказуемая река разрушала строение бесчисленное количество раз, и каждый раз, когда жилище ломалось, его восстанавливали. Вероятно, будущие поколения смогут отдыхать в доме Дрина еще долгие годы. Дом-самолет. В молодости часто возникают безумные мечты, которые люди чаще всего не воплощают в реальность, потому что это не более чем детские фантазии. Но ливанский бизнесмен Майкл Сулейман думал по-другому. С самого детства он был очарован самолетами и мечтал построить дом-самолет. У Майкла были для этого деньги, поэтому в 1975 году он воплотил свою мечту. В Ливане, в деревне Мазиара, находится дом-самолет, построенный Майклом дом, который выглядит как Аэробус А380. Майкл мог бы просто купить самолет и изменить под него интерьер, но он решил сделать жилище, которое выглядело бы как самолет, но на самом деле им не было. Дом впечатляет. У него 41 иллюминатор для максимального обзора, как в настоящем самолете. И даже есть 2 этажа плюс винтовая лестница для доступа наверх. Интерьер классический и очаровательный, бежевое дерево и белый цвет. Вы бы даже не догадались, что находитесь в самолете, если бы не иллюминаторы. Окна дома самолета выходят на Средиземное море. Сам дом расположен на огороженной площадке. Скрытые апартаменты. Один китайский бизнесмен приобрел квартиру на 18 этаже в небоскребе Гуанчжоу. Вскоре жильцы дома начали замечать интересные изменения здания. У мужчины уже был сад на крыше, но он начал садить новые растения и деревья. Поначалу жители дома думали, что мужчина пытается добиться большей приватности, и это было понятно. Но потом квартира мужчины стала по-настоящему приковывать внимание, когда со стороны сада появилась камуфляжная сетка. Что же задумал этот мужчина? Как оказалось, он строил еще 2 этажа, а разрешения на эти работы у мужчины не было. Местные жители сообщили об этом чиновникам, опасаясь за целостность своих квартир, расположенных ниже. Однако, поскольку бизнесмен был очень богатым и у него были нужные связи, даже спустя 2 года постоянных жалоб чиновники ничего не предприняли. Гелиодом.
Многие люди стремятся жить, не нанося вред природе. Можно покупать энергосберегающие приборы, перерабатывать пластик и бумагу и даже купить электромобиль. Но Эрик Воссер, краснодеревщик по профессии, решил, что этого недостаточно. Эрик взял отгул на работе, чтобы построить футуристичный дом под названием «Гелиодом», который имеет форму солнечных часов. Строение использует энергию солнца и специально наклонено. Этот наклон дает тень в теплые месяцы года. Летом в доме прохладно, а зимой он получает много солнца и в нем очень тепло. Помимо уникального оборудования для поглощения солнечного света, дом Эрика наполнен мебелью, которую он сделал сам и которую многие просто обожают. Местные жители любят созданную Эриком мебель, но не все из них любят дом. Некоторые говорят, что он больше похож на космический корабль, чем на французский коттедж. Это нормально, что не всем дом нравится. Но на что только люди не пойдут ради скромного счета за электричество и заботы о матери природе. S-дом. Как бы вы себя чувствовали, если бы были на всеобщем обозрении? Если бы вы жили в S-доме в городе Сайтама к северу от Токио, вас бы видели все. Это прекрасное строение определенно является произведением искусства. Оно было построено Юсуки Красава в 2013 году. В доме есть два этажа площадью 50 квадратных метров, переходящих друг в друга, и много уровней, переплетающихся между подвалом и крышей. Большая часть дома состоит из окон, а это означает, что у его жителей нет никакой личной жизни. Единственное место, где вы можете насладиться хоть каким-то подобием приватности, это ванная комната. Белая конструкция из металла и стекла привлекает внимание, но интересно, действительно ли это сооружение практично? Насколько некомфортно было бы сидеть за обеденным столом всей семьей и знать, что все следят за каждым вашим движением? Что когда мимо проезжают или проходят совершенно незнакомые люди, они могут заглянуть в вашу спальню? Пока вы одеваетесь там или просто наслаждаетесь книгой на диване? S-дом — это дом не для всех, это уж точно. А вы смогли бы в нем жить? Хижина. Если вы хотите отдохнуть от суеты и шума повседневной жизни, то можете забронировать номер в гостинице, чтобы сменить обстановку. Но вы все равно не сможете полностью отгородиться от шума. Но если вы остановитесь в домике, романтической комнате, спроектированной Мартином и Густавом Сурином как часть отеля на дереве, Три Холл, то можете полностью спрятаться от цивилизации. Двухместный номер на дереве в форме капсулы с видом на долину реки Лула в Швеции даст вам насладиться величественными видами природы. А добираться до номера вам поможет длинный мост. Внутри номера вас ждет большая кровать, расположенная в центре комнаты, с видом на реку и лес, и удобные кресла. Комната площадью 2,2 квадратных метра достаточно большая для двух человек. В ней даже есть терраса и туалет. Если вы бронируете хижину или другой номер на дереве в Три Холл, то получаете бесплатный завтрак. Гостиница Три Холл предлагает множество различных вариантов номеров. Зеркальный куб, который сливается с окружающей средой, птичье гнездо, которое прячется в дереве, и биосферу – гостиничный номер, привлекающий диких животных. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Этот увлекательный тон подошел к концу. Возможно, что-то вы возьмете и для своих будущих проектов. Ставьте лайк. Пока.